экономи канал. У нас его никто не убирал. Ну, в смысле, мы добились того, чтобы фейковый канал удалили. Так что теперь можем снимать ролики. Спасибо Мэджикам, они нам помогали. Да, спасибо. Так, давайте начинать. Раз такая хорошая новость, вам пора в школу. Опять в школу? Чур, не я, я не пойду. И до конца учебы осталось еще полмесяца. В школу? Ну, вообще-то у вас еще будут летние курсы. А лагерь? А, лагерь. Об этом позже. Кстати, мэджики очень просили вернуть рубрику Magic новости от Эйвена. Да, Эйвен, так что сначала ставь лайк там, подписывайся на канал, а Эйвен возвращает свою рубрику в честь нашего возвращения и победы нашего канала. Ладно. Ставь лайк папуле и мне покемону. Юми, хоть попрошить лайки. Обожаю новости от Эйвена. Так, тихо, девочки, ну. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами Эйвен Бро. Давно не было Magic новостей, ведь и нас давно не было на Ютубе. Самая главная новость дня. Наш канал Magic Pet остался в живых, а фейковый канал с нашими роликами и нашим названием и логотипом удалили. Надеемся, ситуация не повторится. Мы пережили этот трудный период. Еще одна важная новость, это то, что 5 мая у Ани успешно прошла очередная фан-встреча в Москве. Было очень много мэджиков, а значит много подарков, и мы все вместе распаковывали целую машину подарков на канале Magic Family. Скорее всего, вы пропустили это видео, поэтому посмотрите его, а остальное мы распаковываем по частям в прямых эфирах и стримах на том же главном канале. Так что заглядывайте. Если ты хочешь быть в курсе всех событий, обязательно подписывайся на наши инстаграмы, там все последние новости из нашей жизни, в том числе Аня расскажет про еще одну фан-встречу в Москве 2 июня. А на своем лайв-канале Аня даже сделала видео об этой встрече с новой песней для мэджиков под названием «Просто». Но на ее основном канале случились и жутковатые ситуации. Пока нас не было, вышло аж два мистических ролика, и оба они про страшную усадьбу, в которой происходят жуткие вещи. Хлопают двери и вообще много странностей. А в последний раз ребятам даже удалось несколько минут вживую снимать женщину в черном, бродившую по дому и похожую на ведьму. Обязательно посмотрите все эти новые видео на других каналах, которые вы пропустили, чтобы поставить для себя галочку о том, что вы в курсе всех последних событий и Magic новостей, и начать новую неделю вместе с нами с нового. А с вами был Эйвен Бро, и это были Magic новости. Оказывается, когда тебя нет на Ютубе, столько всего происходит, что такой длинный выпуск получается. Ох, ну, надеюсь, ребятам понравилось. Ты молодец, Эйвен, конечно, понравилось. А теперь давайте посмотрим, что у нас есть, чтобы отправить Юмичу и Кису Алису снова в школу. Я в школу опять не пойду. Начинается. Да, мы в школу не пойдем. Только за что-нибудь. По-моему, я избаловала своих детей. Кто будет лучше всех учиться, тот получит золотую медаль победителя. Это очень здорово, получить медаль. И будет ходить вот так вот гордо с такой красивой медалью. Гордо с медалью? Это интересно. Ну идти ради этого в школу? Нет, вот именно. Киса Алиса права. Че, ради медали только в школу идти? Ну, ну типа да. Так не пойдет. Я лучше останусь дома и буду распаковывать оставшиеся подарки. Так, медаль я пока спрячу. Ну и что дальше? А дальше у вас есть очень много школьных принадлежностей. Тетрадки и учебники, ланчбоксы, пеналы, портфели. Короче, куча всего. Но мы поняли, что кое-чего вам не хватает. И решили вас дособрать. И в этом нам помогли наши мэджики. Тетрадки и канцелярия? И это все? Обещали же. Обещали, что если мы согласимся пойти в школу, вы купите мне бутылочку. Какую еще бутылочку, киса Алиса? Какую бутылочку она там просит? Я не понимаю, какую бутылочку. Ланчбокс у меня старый, а бутылки вообще нет. Откуда мне пить? У всех есть. А я морковку тут нашла какую-то. Юми, это не морковка. В смысле, морковка? Ну, ластик. Это вам прислали в школу ходить. Ну, выглядит-то как морковина. Ох, Юмичу, а я вообще-то тоже бутылку хочу. Кажется, я понял. Короче, девчонки хотят себе такие стаканчики с трубочками с собой. У нас есть целых 4 штуки. Мы вас обыграли, и вы идете в школу. Вот, киса Лис, тебе подойдет розовый. Под твои Hello Kitty. Нет, не хочу я розовую. А я нашла банан. Желтый. Но, кажется, тоже несъедобный. Опять, что ли, резинка? Юмичу, ладно, чё? Киса Лис, ну возьми себе синенький вот этот. Этот мне нравится больше. А мой будет желтый, покемонский. Она, конечно, не шащемпа. Юми, куда ты ее несешь? Положи в портфель. А, точно, да. Я же ее не грызила. А пить из нее. Мне нравится моя бутылка, поилка, чашка, кружка. Буду на нее охотиться. Миша, давай себе возьмем. Тебе вот эту черную с розовым, а мне розовенькую. Будут у нас тоже кружечки. Да, давай. Ну что, девочки, теперь вы идете в школу. Давайте соберем вашу новую канцелярию. И новые дневнички. Столько всего нужно разглядеть. Нет, раз уж на то пошло, это еще не все. А что нам надо? А что еще вам надо? Что за дети пошли такие? Хватит нас шантажировать. Это не шантаж. У Юмичу ланчбокс покемон. А у меня старый БУ Hello Kitty. Я хочу тоже ланчбокс покемон. Да, действительно, у Юмичу ланчбокс это покебол. Но, киса Лис, ты же вроде не покемон. Можно вот этот вот шарик лол с ушками взять? И вообще, Алис, правда, я покемон тут я. Я хочу покебол. Сиреневый, мой цвет. Вы, конечно, можете мне не дарить его, а я могу просто не идти учиться. Что только не сделаешь, чтобы дети и ходили в школу. Ладно, я разрешаю кисе Лисе тоже иметь покебол. В моем детстве
в школу не брали всю эту ерунду. Это было в твоем детстве, дядя Эйвен. Ты уже старикан, а мы еще маленькие. И нам хочется иметь всякие прикольные штучки. О, и кажется, ланчбокс можно грызть. Я не старикан, и вообще, хватит. А я хочу утку. Какую еще утку? Вы вообще собираетесь в школу? Ох, Эйвен, мы вырастили детей попрошаек. Киса Алиса не наш ребенок. Как это не ваш? Я думала, она, как и я, ваша приемная дочь. У меня нет папы и мамы, как у Ани. Ну и можете не считать меня своим ребенком. Больно надо. И вообще, я собака. Так, ладно, давайте не будем грустным, проехали. Я, кажется, поняла про утку. Утку? Утка крекжа. София, так что ты поняла? Я поняла, про какую утку говорит Юмичу. Подождите, я сейчас приду. Тетя София, и мне уточку захвати. Эти? Да, утеночек, в школу. Это утки для ванны, купаться с ними. Ну и что? Я хочу одну игрушку хотя бы в школу. Круто, покемон, у нас есть няшные утки-пищалки. Да. Мы почти что готовы и согласны с Алисой идти в школу. Почти что собрались. Ну а теперь-то будем собирать канцелярию уже или нет? Тетради, дневники, то, что нужно для школы, а не вся эта ерунда. Юмичу, слушай. Чё, Кис Алис? А можем мы еще выпросить мне супер-юлу? Супер-юлу? Ну, если хочешь себе выпроси покемона нового, мне очень нужна супер-юла. Ну просто это же твои родители. Они твои родители, Кис Алиса, прекрати. Мам? Так, София, давай. Мне уже учителя звонили. Мам, тетя София, а можно еще кое-что? Что еще, Юмичу? Кое-что одно. Игрушечку покемона, Майнкрафт и супер-юлу. Что? Ой, я не могу. Ну, у меня такая маленькая коллекция. Три мягоньких, три пластмассовеньких. Я так редко прошу. Юми, хватит ныть. Ну, пожалуйста. Ну, одного покемошечку. Пикачушечку. Где мы сейчас его купим? И правда, Юмичу. А еще и супер-юлу какую-то. Я, кажется, понимаю, о чем она говорит. Видимо, Юмичу или же Киса Алиса. В общем, кто-то из этой банды рылся в посылках, которые Аня распаковала без нас. И увидел там вот это. Майнкрафт покемон Пикачу. Юмичу, ты как специально попросила. Вот вы не поверите. В смысле, я знала, что покемон есть, но никак не думала Майнкрафт. И Киса Алиса сказала попросить покемона, но не говорила Майнкрафт. Киса Алиса ей сказала. Значит, в посылках рылась Киса Алиса. Но она не говорила про Майнкрафт. Ну можно я заберу себе? Юмичу, не забудь попросить Супер Юлу, я ее видела. А я тут камеру еще одну на подоконнике нашла. Зачем она здесь? Спою. Где моя Юла? Скорый вечер. Спасибо вам за покемошечку. У него даже хвостик майнкрафтский. Очень классный. Я всегда о таком мечтала. А что это там насчет супер-юлы? Я вообще не понимаю, мы в школу их собираем? Или в детский сад? Что происходит вообще? Чем мы тут занимаемся? Для чего все это? Дневники, тетради, ручки, карандаши, ластики. Да-да-да, в школу мы пойдем. А по-моему, мы тут ваши желания выполняем. Знаете, как мне нужна супер-юла? Кружится. Я буду шею тренировать. Кружится. Так что может у кого-нибудь глаза кружится. Мне очень нужна супер-юла. Юла! Супер-юла! Ой, закружилась. Последнее. Бери свою странную супер-юлу. Непонятно, зачем она ей. Вау! Ух ты! Прикольная штука, Алис! Я же говорила. Она останавливается вообще? Останавливается. Это круче, чем покемон. Все в школе тебе будут завидовать. Мы с тобой вдвоем мутимся, Юмичу. Ты что, дурочка? А, да, точно. Какая же она классная. Может нам попроситься в общественную школу, а не к частным учителям? Гипноз. А, да. Хорошая идея, покемон. Или хотя бы попросить, чтобы мы с тобой вдвоем учились в одном классе. Да, давай попросим. А то у нас же эти Сергей Иванович и Мария Ивановна, эти честные учителя. И они нас с нами отдельно занимаются. Давай попросим вдвоем учиться. Давай. А ты вообще хочешь или я тебя уговариваю? Ну, хочу. Что-то как-то не сильно. Ну все, я пошла. Мама Миша, папа Эйвен, тетя Софи. Можно мы с Кисой Алисой будем учиться в одном классе? В каком еще одном классе, Юмичу? А что? У вас разный возраст. Тогда мы ставим условие. Мы хотим учиться в одном классе. Тут игрушка в пакете. У вас разный уровень, Алиса. Что значит разный уровень? Все у нас нормально с уровнем. А это что такое? Еще игрушки в школу? Да вас выгонят с уроков. Салатовенькая, желтенькая моя, а розовенькая Алискина. Мы вообще сегодня будем канцелярию смотреть и собирать. Погоди, мам, погоди. Давайте сначала решим, что я, Киса Алиса и покемон Юмичу будут учиться в одном классе. Тогда мы уже завтра пойдем в школу. Ну, конечно же, если мэджики соберут много лайков. Тогда мы уже прямо сейчас побежим. Звоните учителям. Так. Подождите, по-моему, это переходит все границы. Сначала, чтобы вы пошли в школу, мы вам тут собирали подарки. Ланчбокс, как ты хотела, кружки, как вы хотели. Игрушки всякие. Всякую, в общем, ненужную в школе ерунду. А теперь вы хотите сказать, что вы пойдете в школу, только если вы будете учиться в одном классе? Такого не может быть. Ну, у нас же, типа, домашнее образование. Ну, чё вы, а? Ну, чё вы как отсталые, а? Вот именно, ведете себя как отсталые, не разбираетесь в современном образовании вообще.
вообще. Меня это начинает уже бесить. А я, кажется, медальку-то нашла золотую. И меня тоже это уже начинает бесить. Поэтому завтра вы идете в школу. Я пошла, мне там кое-что поделать надо. А ты переходи по ссылкам в описании на новые ролики на всех остальных наших других каналах. Иди смотри ролики и увидимся скоро.